упражнение махи на ягодичную мышцу с прямой и согнутой ногой с утяжелителем на голени. Исходное положение – коленно-локтевая поза. Мы выполняем подъем согнутой ноги кверху. Под себя ногу мы не уводим, мы должны сохранять нагрузку на ягодичную мышцу, поэтому колено доводим до бедра соседней ноги. Тянемся кверху, выполняем при этом выдох. И можно также фиксировать небольшую паузу вверху на максимальном сокращении ягодичной мышцы. В данном варианте у нас больше работает ягодичная мышца. Следим за поясничным отделом, он не должен у нас прогибаться. Вариант отведения ноги на ягодичную мышцу и на мышцы заднего бедра с прямой ногой с утяжелителем на голени. Основные моменты здесь: удерживать ногу прямой, оттягивать носок на себя. Мы выполняем плавное отпускание ноги, стараемся чувствовать, как мышцы слегка растягиваются, и максимальный подъем ноги кверху без рывка. Мы осуществляем данное упражнение за счет работы мышц, не за счет рывков. Также несколько покачиваний можно выполнить в конце упражнения.